Давно я не снимал влоги, пришлось собирать со всех уголков GoPro и батареи искать. Давай. Ладно, давай. Ола, ола, друзья! Good morning, baby! Good morning, папа! High five, high five! Say hi! Hello! Good morning! Good day! No, it's 100%. It's Arabica, Italian, roast. Roast. And mix with Philippine. Filipino basoy. So, medium roast. It should be Russian and Filipino. And it's this is and Arabic. It will be like that. Why you don't use chopping board? Look at that avocado, guys. Perfect. Perfection. Wow. Even no need to use knife. Wow. And your chick will eat just like that? Okay, your food is ready, baby. Yum yum. Avo. Your chick's favorite avo. Why you didn't slice this small? Я короче не делал уже влог, наверное. Месяц практически, как мы вернулись с Бахоли, я ничего не снимал, вот. Ну, не хотелось просто. И мне что-то захотелось сейчас, вот, я не хотел против воли это что-то делать. Захотелось сейчас, но захотелось именно самому смонтировать, отсмотреть все комментарии, почитать и, в общем, как-то включиться в это, потому что, мне кажется, я какой-то немного стал отстраненный от этого, поэтому мне стало менее интересно, вот, хочется самому смонтировать. Я это сам смонтирую, вот. Потому что на мне Роман вообще все монтировал уже практически год. Вот, но я хочу вот это видео сам сделать и сам и я почитаю комментарии. Да, Юрчик, почитаем вместе. Так что пишите, задавайте свои вопросы, пожалуйста. Мы будем отвечать максимально в этом видео. Чего это такое? Играешься? Играешься, GoPro? Мама в магазин поехала. Бай-бай. Бай-бай, мама. О, какой сильный. Как кофе делаете? Вот так. О, какой сильный. Юрчик учит новые слова. Он, кстати, уже знает, но не знает. So many words he knows already. Да. Around 20. Так, Юрчику сейчас сколько? Год и 3 месяца. Ровно. Ну да, мне кажется, слов 20. Он английских знает. Русских немного. Но он русский понимает, но слов мало знает. Дай папе ключ. Убегает. Give mama the key. Дай папе посмотреть. Зайчик. Здесь. Да. Здесь. Дай. Soon we'll finish. Love you. Так, так, конечно, конечно. Давай нажимать. Все. Протираешь, малыш. Стол папе. Сейчас осторожно здесь, малыш, осторожно. Кстати, почему я Юрчика не называю? Как я не называю? Сын.
Сын! Ты что, сын? Почему малыш? У мальчика что, имя нету? Ко мне так писали. Почему ты сынком не называешь малыша? Почему все время мальчик или не по имени? Почему? Ну, на самом деле, я его называю так, как вот у меня душа лежит. Вот иногда хочется сказать. Вот был у меня, я его называл мальчиком, но хотелось его называть мальчиком. Ну, вот так вот выливается прям просто. Ну, то есть, неумышленно просто. Ну, вот хочется так называть, и все. Вот. Или ягодка, когда он был ягодкой, да? А сейчас, ну, больше нет ягодки. Сейчас зайчик, малыш. Но не сын. Почему не сын? Он что, не твой сын? Конечно, мой сын, но не нравится мне сын. Ну, как-то для меня, не знаю, грубо. Ну, даже если и нравится, ну, вот даже ягодка я перестал, ну, просто, не знаю, ну, мне вот постоянно так хочется по-разному. Да, малыш? Ягодец. Ну, чего ты, GoPro хочешь? Да. Вот, и ну и... Нравится мне так, что я теперь поделаю. Это не значит, что он мне не сын, или что я его не уважаю, там по имени не называю. Чем даже называю. Почему, может, не по паспорту, да? Ну, вот так нравится мне. Вот так вот, как в душе лежит, так и называю. Я даже это не контролирую. Вот. И сын мне не нравится называть. Сыночек как-то... Не знаю, может, в будущем так буду называть попозже. Посмотрим. Сын! 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 Какой мяч у тебя? Дай папе мяч. Пам-пам-пам. Здесь метла. Брум. Да, брум. Сейчас запускается третий поток, скоро будет вебинар. Ну, наверное, он уже прошел. Как он, кстати, прошел? Вот, наверное, уже третий поток набран. Ну, вот так. У меня здесь еще сопровождение идет. Первый поток, второй поток. Вот такие у нас чаты, там обсуждение идет, все дела. Здесь я консультирую, там отвечаю, все тут общаются. У нас, в общем, тут движуха такая. Вот. И сейчас буду смотреть видео, которое Роман мне прислал, смонтированное еще с Панглау. И время тренировок, погнали! Привет и с возвращением в программу «Новая жизнь». Сегодня у нас вторая тренировка, молодцы. Многие спрашивают, вернее пишут, что я, почему я такой гуру по съемке, но снимаю свои ноги. Типа в этом какая художественная ценность и так далее. Объясняю, что это переход от одного действия к другому. Например, если вы находитесь дома, и следующий кадр вы будете находиться в машине, как вот этот, например, вот так вот это будет выглядеть. Кто это? Хоп, и я сразу в машине сижу. Это неправильная склейка, состыковка, то есть она бьет по глазам, вот. Ну и у меня такой просто стиль, ну, стиль влога ведения, это не значит, что я там снимать, это просто, да, влог, это вообще что, это вы снимаете по, ну, там, одно видео, да, в неделю, фильм, ну, можно сказать, создаете фильм, нереально снимать столько и монтировать столько, выпускать видео в идеальном. Ну, типа, все, что было идеально. Это жизнь, это, ну, такой влоговая жизнь, такой стиль съемки. Переходы между сценами осуществляются с помощью либо таких переходов, типа ног, ключи в машину
и так далее, либо там через дрон, вот. То есть это как инструмент повествования. Поэтому, ну, вот такой небольшой вам урок по монтажу и съемке. Да, можно какой-то другой способ найти, поставить камеру где-то вдалеке, снять или там листочек какой-нибудь снять, я не знаю, перейти от одной сцены к другой. Вот, но ну, у меня такой стиль, и для меня он удобнее и быстрее так создавать контент. Вот, я не говорю, что это идеально там с творческой стороны, но это рабочий вариант, и он мне нравится. Мне больше нравится так, чем просто я перешел из машины, хоп, и оказался на улице вдруг, без какого-то перехода. То есть что-то должен еще снять между этим. Вот, либо там Юрчика, Навин, вид в окно и так далее. Даже есть такой монтаж по движению, например, в кадре едет с одной стороны слева направо машина везде, и потом она вдруг едет справа налево. Хотя она не едет справа налево, ее просто сняли с другой стороны, и это уже не клеится между собой. Нужно показать, как камера перешла на другую сторону, то есть показать сверху, например, машину, или спереди, или показать машину, как разворачивается, например, если хотите показать, что она едет в другую сторону, дети. Бегают по дороге. Как-то так. Так, куда мы, кстати, едем, я даже не рассказал, да? Мы приехали за Ваней. Сергеем и поедем куда-нибудь посидеть или полазить, посмотрим. Ой, спит уже. Навин, любимый пассажир. Так, нас сегодня много, оказывается. Нас очень. Так, куда едем? Сюда? Сможешь развернуться? А? Развернуться сможешь? Нам надо в другую сторону? Да. You like it на месте, но? Looks like it, man. Так, все, поехали. Так, раз. Ты тебе будь золотой. Давай пять. На пять. Спасибо. Что случилось? Ремень порвался, кажется. В смысле ремень? Ну, там ремень есть. Это двигатель? Да. Ау. Задымился, да? Ага. Ну, он так, я пытался обогнать его. Сиджей специалист. Что, он не крутится? Юхан, ты можешь на этом доехать. Юрочка давит. Так, мы сейчас у ребят байк сломался, перестал крутиться ремень, видимо, двигатель работает, поэтому они сейчас будут толкать до Амуана. Ну, тут город скоро, там, и там будет этот сервис. Может, их как-то можно толкать на машине? Его забрать? Да, отсюда. Так что с байком? А там ремень, надо крутить не может. Сейчас починят? Я думаю, да. Там заклинило. А, вот это ремень, да? Порвался чуть-чуть, да? Старый байк, да? Сколько? Да, сколько? 4 года больше, наверное. 4 года? Да. А, ну нормально. Да, 4 года. Ну так. Так, чуть-чуть. Ну, в принципе, не совсем старый. Ну, уже пробег 70 тысяч, да, это сколько? Мне кажется, больше уже. То есть, ну, нормально. 70 тысяч уже много. Для байка, наверное. Все не нами разбирают. Все, мы тогда сюда едем, там ждем вас. Да, да, да. Так. Ты че, малыш? Смотри, мотоцикл чинит. Мотоцикл.
Брум-брум-брум-брум. Открываем здесь. Идти прежде чем оказаться в машине, надо ее открыть, завести. Юрчик куда приехал снова? Привет! Видите, как волосы у него отросли. Угу. Слушай, у меня тоже... Мы с Каврифанычем такие два. К вам пошел на этот... Да. На ручке, а к мамайне. Да, вот так, понятно. Потому что дед такой безбашенный, поэтому пошел, да? Дед безбашенный вообще. Все, вот мы приехали, да? В кафе. Ваня нашел кафе такое. Он не пока байк чинит, мы сюда приехали, тут подождем. С видом, тут вид красивый. Думает, а вот это Амлан находится, сколько, часа полтора, да, мы сюда ехали. Вы планируете, что здесь, да, обустраиваться где-нибудь в Амлане? Вам нравится в будущем? Мы посмотрим, да, пока... Не знаю, Юрчику в школу тут далеко ходить. Хотя школа, говорят, здесь есть. В городке каком-то маленьком. Can you try making a song for us, pups? Кто-то живет, он даже в этом домике. Детское кресло там стоит, детские вещи. Прикольно вот это, здесь жить. Да, хоть и далековато, но здесь будут цены дешевле намного, из-за того, что далеко. Кусочек океана видно. Ну, это снег. Да, вот тут такой двухэтажный домик красиво, конечно, иметь. С таким видом. Вот так у них вид, наверное, там и на море, и на горы идет. Мое почтение. Но здесь еще так жарковато. Здесь не сильно высоко в горах. Поэтому жарковато здесь. Вот этой прям свежести нет такой. Here is beautiful, but still hot, yeah? Вон там, да, на верхушке дом. Baby, what is this? Ну не, здесь все-таки чуть-чуть прохладнее, ветерок такой, когда солнца нет, по кайфу здесь сидеть. Кто это? Don't go near. Козлик? Козлик, малыш, козлик. Скажи привет, козлик. Привет, козлик. Ключик. Поздоровайся с козликом. Кушай, козлик. Беременный козлик. И вон еще маленький есть. Baby. Юрчик, беременный. Eat grass. Ты траву решил поесть? He's eating the grass. You're not the goat. You're a baby. Кушает козлик. Давай, дай козлик. Молодец. Молодец, кормишь козлика. Че, как вам? Починили все? Да, все нормально. И че, сколько стоило? Косарь? 700.
Нормально. 700 песо, да. На тачке бы 7000 повлетели. Поэтому мотоцикл намного выгоднее здесь. В Азии, да, the best. Но если вам надо ехать, допустим, за продуктами, то это, конечно, не очень удобно. За продуктами машина хорошо. Да. Ну, на байке за продуктами тоже удобно ехать немного, если купить, просто каждый день ездить. Режим Амоса. А здесь есть горы, да, в Амуане, где не так жарко? Вон там, да, повыше, мы можем проехать там. Кучик, say water. 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 Так вино пьет. Потихонечку. Пивась. Как вкусно. Потихонечку так. The laughter of children and all the reckless wild things. Beneath the sand, consummate joy. I'm running over everything I tell myself, like I could help but avoid. Running back the story that I sell myself on. From now on, everything that happens will happen in the shadow of you. Walked into the room like roaring thunder. Да. Да, это вот как мы все снимаемся. Да, бэкстейдж. Это у нас, да, все увидели. Короче, потом Димон мне, я помню, написал, типа, давай начинай делать дзен. Мы тогда с батей вообще не поверили в это. Юрион! Юрик! Бай, малыш! Бай! Все, погнали домой. Все, пока, вид. Бай! Пока-пока! Бай! Здесь ждем, пока Нави сходит на базар. Ребят уже отвезли. Малыш, не обижайся. Иди ко мне. Иди ко мне, поиграемся тут. Мама сейчас придет. Ты чего плачешь? Не выспался? Не выспался? Иди сюда, дай. Чего кричишь? Папа знает. Чего нашел? Чего нашел? Мама купила. Поехали домой. Юрчик постоянно к соседям уходит. Малыш, там не твой дом. Иди сюда. Иди сюда, зяй. С яблоком ушел. Новый любимый фрукт, яблоко. Иди сюда, малыш. Да, поваляй яблочко. Apple. Apple ходит целыми днями. Яблоко это кидает и ест. И говорит Apple, Apple. Это яблоко на английском. Ну, если кто-то не знает. Jackfruit. Who likes jackfruit? This jackfruit is sweet. Очень сладкий jackfruit. Любишь, малыш, фрукты?
Джекфрут. Большой джекфрут. Hi guys, welcome to my kitchen. Tonight we're going to cook fish and inununan for dinner. Inununan is a Filipino dish. It's fish cooked with vinegar and some spices. This one is called This one is called yellowfin tuna. It's yellowfin because the fin is yellow. See this fin? It's tuna? I mean, per kilo, this is 240. Same with the one. How much is fish one? One? Yeah. This one is around 180. Что это, малыш? Что это? Что это? Фиш? Что это, Зай? Задница слишком. На глупые вопросы отвечать. Sleeping to my fingers. I'm gonna slice small. Yellowfin tuna. Вот этот канал нам нравится. С Юрчиком, это его любимый учитель, Teacher Rachel называется, учитель Рэйчел. Если хотите, чтобы ваш ребенок много выучил английского, вообще офигенный. Мне жалко, что нет таких каналов на русском, потому что здесь живой человек показывает. У нас на русском в основном мультяшки, но мне кажется, когда живой человек показывает, и они, как, кстати, стойки, видеостойки используют, показывают всякие футажи с собачками, там, семьями, ну и объясняют всякие песни, стихи здесь. Вот, ну, такой развивающий для детей. И они подписывают, что ребенок должен уметь делать примерно вот в каком-то возрасте. Вот. Там сказать привет, сказать пока и так далее. Только, ну, вот жаль только, что на английском все. Юрич много выучил, там, waving, типа мы машем, мы прыгаем. Ну, там всякие упражнения, типа. Вот, если что, тоже смотрите Teacher Rachel. Юрчику нравится, да? Ну и просто, кто хочет подучить английский, у кого прям такой слабый уровень, тоже будет полезно. Я даже сам много слов, мне кажется, выучил отсюда. Ну мы долго не смотрим, конечно, чтобы... Ну и чтобы светло было тоже, чтобы не в темном помещении, и издалека, не близко к телевизору, чтобы глазам тоже не вредить. То есть недолго, там полчаса максимум. Turn on the light. We're gonna add the vinegar. It's all in there already. The tomatoes, garlic, onions, and some veggie. Okra. This is okra. I love it. With inunun, it's so yummy. I'm gonna add this. American garden vinegar. Apple vinegar. It's expensive here. In Russia, cheap. We have this kind of vinegar here. What is it? Banana? Cane, sugar cane. From sugar cane. It's cheap. This one is really cheap here. Banana is for ketchup. So that's just cook like that? Yeah, and you have to cover it and just wait until it's cooked. Все, посмотрел, Teacher Rachel. Кушать будем. Будем кушать. И уже готово. Все готово. Ух ты, сколько протеина. Сколько тут протеина. Ну ладно, давайте попробуем такой однодневный влог оставить. Не будем мы на 40 минут растягивать, поэтому всем спасибо за просмотр. Вы нам очень поможете, если подпишетесь на канал, поставите лайк и напишите что-нибудь. И напишите, как вам
моя съемка раздражает, либо вот эти ключи от машины там, ноги и так далее, раздражает ли вас, или вам нравится стиль моего монтажа и видео? Напишите свое мнение в комментарии, и спасибо огромное за поддержку. Давайте увидимся в комментариях, я буду читать и отвечать. Все, пока-пока. Пока-пока.